Всем привет! Выбрался я на рыбалочку половить хищника. Это как судак, щука. Ну и возможно я попробую поймать карася и ездя. И что ж, давайте рыбачить. Поймал я первого живца. И сейчас мы на него сделаем первый заброс. На судака. Закинем недалеко. Вот так вот. Ну вот и все. Закинул я первую удочку. Теперь я буду ждать поклевку судака или щуки. Так, поклевка на живца. Есть. Кто-то попался. Первая рыба на крючке. Ну, кто-то небольшой. Да не, да такой себе судак. Ой, стой. Вот первый судак на сегодня. Я его пока что в садок посажу. Ну вот, первый красавчик. Класс. Вот такой вот попался. О. Так, еще одна поклевка на живца. Есть. Еще один кто-то попался. А, и всего есть ход потом. Так. Ну что, ждем новую поклевку. Прям гнет. Бешеная поклевка просто. Вот. Попался. Я вон там рыбачу в кустах, смотрю, вот это гнет и побежал. Ну опять кто-то небольшой, да. Еще один судачок. Такой маленький, а как он, конечно, гнул вообще вот. Я думал, там трофей клюет. А там вот малыш. Ну, тоже приятненький. Я его пока что в садок посажу, а в конце рыбалки посмотрим, сколько я рыбы на донике поймал. Ну вот, второй судак есть. Или два судака. Так, на живца опять кто-то клюет. Да, вот кто-то клюет. Попался, голубчик. О, ну это будет, наверное, нормальный такой. Нормальный так тянет. Слишком у меня еще туга. Давит хорошо. Интересно, кто там? Какой? Ну, это будет кивочный. Кивочный такой судачок. Опа, поймал я тебя все-таки хорошего наконец-то. Вот такой клыкастик попался. Вот такой клыкастик. Красавчик. Ну такого забрать и можно. Ну что ж. Делаем новый заброс. Ставим удочку. И ждем поклевку. И решил тут поставить удочку на живца. Вдруг щучку возьмет.
Так, кто-то клюет на живца. Прям натягивает. А, рано подсек. Ну, вы видели сами, как тянуло. Таким образом, я ловлю живца. Пошел-ка я его насаживать на судака. Ну вот и все. Ждем поклевку. Закинул. Хоп. И тут же живет. Вот так вот. Чайку поймали. Бедолага. Видимо, забрасываю и нечаянно крючком зацепил. Все полетело. Так, на живца зеленого клюет. Вот. Кто-то клюет. Попался. Я думаю, это будет не маленький. Подбей, кинул, и вот, пожалуйста, поклевочка. Так, кто же там интересно мне? Гнет хорошо. Не поддается. Мой там вообще и щука, не знаю. Конец, судак. Хороший судак, причем. Да, нет. Килограммовый где-то. Просто очень бойкий. Вот. Это будет самый крупный на сегодня. Тихо. И такой. Нормальный судак. Килограмм точно будет. Ну вот такой вот судачок попался у меня. О, хорошенький. А? Наконец-то такой нормальный попался. Класс. Вот это понимаю рыбалка. Так, это уже по счету четвертый судак. Сейчас у меня в садок пойдет. Ой, кто-то будет думать, отпускать или брать. Класс, будем дальше рыбачить. На живца опять кто-то клюет. Попался. Кто-то есть. Ну, кто-то небольшой, наверное. Ой, малыш. Малыш попался. Малыш попался. Пятый судачок на сегодня. О, серьезный ты какой. Ой. Такой маленький клыкастик. Класс. Вот. Кто-то клюет. Попался.
все, сошел. На Жукса опять кто-то клюет. Никого. Но поклевки были. Вот опять кто-то взял. Есть. Кто-то взял наконец-то опять. Интересно, кто там. Бьется хорошо, вам скажу. Это не мелкий будет. Сошел. Блин, и там кто-то хороший был. Ну, в принципе, неплохо я порыбачил. Поймал 5 судаков. И 2 судака сорвались. Один вот прям хороший, он там вот сорвался. Полчаса назад только. Ну что ж, 5 судаков пока что. Мой сейчас еще один клюнет. Вот этот маленький совсем. Вот. Надо отпустить, пусть плывет. Поплыву. Вот еще один. Давай, плыви на свободу. Расти большим и сильным. А вот этих вот троих я, наверное, заберу домой. Давно я не брал рыбу. Надеюсь, что завтра или послезавтра сюда же приеду. Попытаюсь поймать крупного судака, ну и щучку. И на этом все. Сейчас я поеду домой. Ну, какой итог рыбалки? Мне очень понравилось. Ну что ж, всем пока-пока. До скорых встреч.